Установить границы парка юбилейный. Сегодня последний день подачи заявок на участие в аукционе по разработке техдокументации. Торги должны провести в понедельник, 21 февраля. Ожидаемая стоимость лота, по данным площадки «Прозора», составляет почти 4 миллиона гривен. Це достатньо мала сума, неадекватна по відношенню до важкості цієї роботи. Ми, звичайно, збирали ці нові пропозиції, коли визначалися з цією ціною, прораховували її. Тому дай Бог, щоб тендер ніхто не заблокував, він відбувся. Интересно, что сначала аукцион должны были провести еще 14 февраля, однако заказчик работы изменил даты по просьбе потенциальных покупателей. По условиям, соответствующую тендерную документацию должны подготовить до конца текущего года. Однако успеют ли исполнители, чиновники сомневаются, мол, работа очень сложная. Напомним, установить границы парка юбилейный городской голова Геннадий Труханов обещал еще в 2015-м.